Сельдереевая соль. Сельдерей – это сельдь-соль. Он соленый, в нем содержатся органические соли. Берем стебли сельдерея, штук 10, нарезали их, насушили, измельчили в кофемолочке вместе с обычной солью, с хорошей. Мы взяли морскую соль, 3 стакана, и сельдерея порошка, где-то стакан. Совместили, перемешали и получили вот такую вот чудесную соль. Можно сразу измельчить в блендере с солью и получаем такую мелкодисперсную, прекрасную сельдереевую соль органическую. Она улучшает водный баланс в организме. Нам нужна именно органическая соль. Ну, вот она, типа адыгейской. Можно куркумы добавить, перца, зиры молотой. Всего можно добавить. Можно сделать вот зеленая соль. Можно сделать желтую соль, красную соль. На вкус, цвет, аромат такой чудесный. Вообще, такой супы, такую соль. Классно. Можно даже дарить ее. Делать зеленой соль из разной зелени. Можно укропную сделать. Укроп добавить туда сушеный. Петрушку. Все можно. Хрен, листья. Ярче зеленый цвет сделать. Будет ярко-зеленая соль. Но сельдереевая — это вообще чудо, конечно, природы. Сельдереевая соль.